Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале Эля Никви. Сегодня суббота, дождливый серый день. Но, дорогие друзья, мне не терпится провести тестовое видео, так как я купила новый смартфон хорошего качества. Называется он Samsung Galaxy A80. У него камера многопиксельная. И стабилизация встроена. Ну, как бы считается, что это телефон для блогеров. Вот посмотрите, не знаю, как вам понравится качество, но мне пока нравится. Дорогие друзья, мы сегодня проводим экскурсию такую недолгую по городу Семей. Город Семей, ему исполнилось 301 год, и проживает здесь 320 тысяч жителей. Расположен по обеим сторонам, на правом берегу и на левом берегу реки Иртыш. И сейчас мы с вами передвигаемся, едем на автобусе, на простом рейсовом автобусе, едем по правому берегу, на правобережье находимся. Сейчас мы должны выехать к реке Иртыш и пересечь эту реку по мосту. Ну, мы проезжаем сейчас с вами медакадемию, медуниверситет. Это тоже старейшее такое учебное заведение в нашем городе. Готовит специалистов, врачей, ну, хорошего класса. Они у нас хорошие врачи, получается, работают всюду. И в сельской местности, и в столицах, и в городе в нашем. Сюда очень сложно попасть. Учатся там, кажется, 7 лет. Ну и вот на правом берегу разные дома. А это, кстати, банк, Халык-банк здание. Разные дома, в разное время построенные. Что-то есть перестроено из революционных храмов там или зданий. Ну и сейчас мы стоим на перекрестке, мы должны были повернуть и переехать на мост и на левый берег. Но, к сожалению, я неправильно там нажала не на ту кнопочку, и получилось два кусочка видео. На правом берегу и сразу на левом берегу, дорогие друзья. Вот мы стоим на перекрестке. Ну, это автобус такой с забрызганными стеклами. Ну вот, еще имейте в виду. Я приложила к стеклу смартфон и снимаю. Сейчас мы находимся на левом берегу. Левого берега, вот даже в 19 веке, он был, то есть, ну, это был пустынный берег. Здесь была часовня, дороги были. В общем, это была степь. В советское время стали строить заводы, фабрики. И, естественно, росли как грибы рабочие поселки, рабочие районы. Вот сейчас мы с цементного поселка въезжаем на Комсомольский поселок. Это спальные районы, как принято называть. Здесь именно нет фабрик, они далеко, ну, подальше гораздо. Здесь только Комсомольский поселок — это поселок, где только частный сектор, то есть невысокие одноэтажные дома. Начали строиться в конце 50-х годов. Строил мясокомбинат, такой у нас был огромный мясокомбинат, фабрика ПОШ или сатарный комбинат. Это такой комплекс пищевых производств. И вот для работников строили по американскому методу. Никита Сергеевич Хрущев побывал в США, увидел одноэтажную Америку. И вот такие дома тоже стали в Казахстане строить. Посмотрите, какие сейчас будут одноэтажные. Ну, вот эти дома сейчас вы видите, в основном эти дома, может быть, шлаколитые. А если посмотреть вглубь улиц, там сохранились еще дома из камышитовых каркасов, плит, каркасные дома. Они внутри каркаса и снаружи штукатурка, и дранка такая, а потом штукатурка. Штукатурка глиняная, натуральная. В общем, экологически чистый дом, очень теплый. И вот я живу в таком доме. И очень мало угля расходуется. Я вот, например, мне настолько я люблю свой дом, мне нигде не нравится больше, только здесь. Вот. И посмотрите, вот такой аккуратный поселок.
Здесь очень зелено, у всех огороды, сады. Ну, сейчас, видите, все голое, листики все упали с деревьев. Вот такой поселок симпатичный, хороший район. Мне нравится, например. Дорогие друзья, вот такая кратковременная экскурсия. Знаете, вот такой тест нового смартфона. Ну, надеюсь, удачно он прошел. Заходите на мой канал. Качество будет лучше. Подписывайтесь, приглашайте друзей. Качество видео, надеюсь, будет лучше теперь. До новых встреч. Всего вам доброго. Подписывайтесь.